Так, Снежочек, надо просто взять и собраться. Это наша 746-я тренировка. Тебе надо просто взять и поднять мячик. Блин, ну капец, ну годы тренировок, ну не должны были пройти зря. Просто, вот, Снежочек, тебе надо просто взять и поймать этот мячик, который у меня в руке. Надеюсь, ты меня понимаешь. Ну давай, я тебе там передаю в твою маленькую бошку вот эту вот связь нашу. Все, просто мячик. Раз, два и три. Пошел, давай, за мячиком. Нет, ну куда, ну ты... Да ладно. Да! Снежок! Ты побежал за мячиком! Какой молодец! Господи, ребята, всем привет! С вами, как обычно, Паша Флейзин. И, ребята, вы представляете... Нет, вы не представляете, вы даже не поверите этому! Снежок, наконец-таки, ребята, словил мячик! Ребят, надо вот прям вот дату отметить, то что, ребята, именно 29 марта Снежок поймал мячик! Господи, ребята, мы год тренировались, чтобы он выучил такую крутую, крутую фишку, вот, короче, упражнение. И вот, наконец-таки, а он принесет его вообще или нет? Короче, ребята, реально, поставьте лайк за такой крутой и эпичный момент. Надеюсь, вам понравится данный ролик и... Что такое? Здравствуйте! Привет, сын мой! Ты избран Богом! Я тебя искал очень долго! Я пришел, чтобы... Подождите, мне мама говорила, что нельзя верить незнакомым дядям, а... Подождите, вы реально летаете? Чего? Как вы это делаете? Я Бог, Паша, как ты еще не понимаешь? Я пришел, чтобы исполнить любое твое желание. Только одно. Нифига себе, я везунчик! Блин, так, чё, ребята, одно желание. Так что я хочу? Я хочу миллиард подписчиков. Можно такое? И миллиард лайков на этом ролике. Конечно, Паша, закатай губу обратно. Я не могу такое исполнить. Тогда что я хочу? Я не знаю, что я хочу. Блин, ребят, ну поставьте лайк, если даже этот человек не может исполнить мое желание. Снежок. Точно! Мы еще не все трюки выучили. Давайте сделайте так. Я хочу мое желание. Я хочу, чтобы мой Снежок, моя собака, стала самым умным песом на земле. Вот так вот. Хорошо, твое желание исполнено. Итак, быстро. Снежок, ты и стал умным. Давай, 2 плюс 2 равно... Не говорит. Ой, ладно. Короче, ребят, какая-то фигня. Вы прикиньте, в GTA какие-то жел... Ай, блин, что за фигня, что я вырубился? Снежок? Что это за фигня? Это что такое? Вставай ты, блин! Это, подождите, я Снежок? Стоп, это кто? А что я сижу? Стоп, ребята, что за магия? Что за фигня? Эй, Соня! Соня, просыпайся! Соня, проснись, алло! Твой хозяин сейчас спит, не буди его раньше времени. Я выполнил то, чего ты хотел. Я этого не хотел! Стоп, как ты меня понимаешь? Я тот человек, который выполнил твое желание. Ты же этого хотел. Ты останешься собакой навечно теперь. Подожди, ты, блин, кто вообще такой летающий мужик? Ты давай это самое меня превращай обратно, потому что я не хочу быть собакой. Нет, твое желание было исполнено, и вернуть я ничего не могу. Но если ты так хочешь... Тебе нужно выполнить одно условие. Ты должен помочь одному человеку в этом городе с его бедами, и тогда ты станешь обычным человеком. Чего? Я тебе что, помощник какой-то, это собака или что? Ребята, это пипец. Так давай быстро меня это обратно делай, иначе укушу. Нет. Способ вернуться назад ты знаешь, пока. О, какая милая собачка, нифига прикольная. Так, ребята, блин, мне это не нравится. Так, кто-нибудь, помогите. Вы меня слышите? Да не смотрите вы на меня. Алло, кто-нибудь, ну, поговорите со мной. Так, ребята, все, хана. Я стал Снежком, я стал собакой. И, кажется, я стал помощником собаки. Так, мне вот этот мужик, который летает, сказал, что, ребят, мне надо кому-то помочь, чтобы стать обратно. А кому мне помогать, а? Я что, помощник? Короче, ребята, реально, влепите лайк. Вот кто еще не поставил лайк? Потому что я знаю, что многие еще не поставили лайк. Так что, пожалуйста, реально, поставьте лайкусик. Это пипец, я стал собакой. О, боже, так ладно, ребят, побежали к Лехе. Я знаю, что он по-любому мне сможет помочь. Так, надеюсь, он дома, 100%. О, дома, так вот он приезжает. Лёха, помоги. Так, куда ты? Господи, так куда ты едешь? Помоги мне, алло. Блин, почему ты...
Ё-моё! Предался! Лёха, помогите! Капец! Столько же в ремонт ездил! Помоги мне! Ты чё, меня не слышишь? Так, ребят, мне это не нравится. Эй! Аккуратно! Лёха! Лёха! Надо с вашими местами поменяться, будет всё идеально. Лёха! О! Лёха! Ты пугал меня! Привет! Помоги мне! Ты меня слышишь, алё? Алё, ты меня не слышишь. Чужок вообще или помог мне собака? Что он меня не слышит? Да блин, какая? Иди сюда, да куда? Ау! Ты чё? Иди сюда! Ты где? Что ты гавкаешь-то? Сейчас покажу. Вот там. О, нифига себе! Ты как это делаешь? Побежали за мной, ты блин! Ты куда? Показываю ты показываешь? Показываю лапы. Побежали. Пёсель, нифига себе! Вроде ребят сработало, так всё. Он бежит. Тебя Паша научил трюкам? Он, ребята, бежит за мной. Это хорошо. Мы ходили утром. Да, на тренировку. А ну, стоять, чужак! Куда побежали за мной, ты мне нужен! Ёлки-палки, чё мне все ну, никто не понимает? А, так давай, беги. Вот, о, видишь, вот, показывай ну, лапы. Ну чё ты, Паша, уснул, дай поспать, устал, наверное, в смысле устал? Это я, Паша, ты... Ты спари его, охраняй, самое главное, Снежок, ты не переживай. Какой? А то твой начальник, это, уснул, пусть отдохнет. Да, в смысле, ты чё, помоги? Вот, поиграй с пёселем, тут бегают часто, так что не переживай, Снежочек, давай, играй. Ты чё, ты офигел, ты куда... Ребят, это пипец, помогите! На меня мужик сел, алло! Капец, ребята, чё? Кто-нибудь, помогите вы мне, алло, помогите! Ну, блин, ребята, я же, ну, обычный человек, вы чё? Помогите! Ой, ладно, всё, понял, убегаем! Какой аппетитный чебурек тут лежит, хвостом ещё виляет, может его съесть? Ну, хотя, блин, Паша, ты же человек, какая собака! Блин, ну ладно, котик, оставлю тебя в покое. Ребят, короче, вы прикиньте, это пипец, быть собакой, это сложно, это что-то такое. О, Лёха! Взяли, поставили. Лёха, ну может ты меня когда услышишь? Эй, Лёха! Гау! Опять ты прибежал, где ты? Гау-гау! Кто тут под ногами хуже валяется? Ты меня понимаешь, алло, эй! Снежок, ёлки-палки, ещё тебя не хватало. И так тут забор целый кто-то построил. Взял машину, улупил теперь в забор. Ну ты меня понимаешь, алло, эй! Воу, что такое? Паша что, не проснулся еще, что ли? Что ты прибежал сюда? Не проснулся, ну помоги мне, пожалуйста, ты меня слышишь, а? Ладно, надо искать фиолетовую краску. Да капец! Есть краска, ну-ка ты не знаешь? Да как, ребят, я не понимаю, почему Леха меня не слышит? Так, ладно, сейчас. Покажите, стопудово есть. Погодите! Ребята, нам же этот чувак сказал, который, получается, исполнил наше желание, сказал, что нам надо помочь любому человеку. И, ребята, если я возьму, помогу Лёхе, то я, получается, стану человеком. Ребят, всё, я помощником, я становлюсь помощником. Так, ща, что там у него случилось? Пальцем так, царапина... растереть, что ли? Пальцем, царапина пальцем. Вроде как небольшая. Так, ладно, сейчас. Что, ща, помогать ща... будешь, Снежок? Давай, да, ты да, пушистый, ща помогу. Иди сюда, своей шерстью хвостом потери. Так, как тут, опа. Не понял. Давай, заводись, как вперед, назад. Ой, нормально. Поехали. Ну, что ты делаешь? Вылезай. Капец, как сложно, ребят. Ты что, водить научился? Тихо, так, ща. Нормально, ребята, я собака, я еду. Тихо, вау. Ой, елки-палки, так сейчас, секунду. Машину угнал, я помогаю тебе, я помогаю. Так, господи, куда ты? Так, ладно, ребята, так Леха куда-то улетел. Ай, так, за собаку очень сложно, ребята, управлять машиной. Так, как я там вообще выгляжу? Так, все, ребят, короче, мы отвезем эту тачку в Лос-Сантос кассом. Тем самым мы ее починим и поможем Лехе. Я думаю, после этого случая я, ребята, возьму и стану человеком. Блин, как сложно. Так, главное сейчас ее не помять раньше времени. Да, собака, хвостом и ногами, лапами такая. Так, сейчас, секунду, ох. Так, все, тормози, ох. Нормально, так все, уже, аккуратно. Уже все, не надо, отмена приехала. Ёлки-палки. Чего? Не понял, Снежок. Гау-гау. Ты что, научился машиной управлять, что ли? Гау-гау, вот, блин, как вам показать? Капец, ты что, машину мою угнал? Чувачек, ты пёсик. Иди ты сюда. Я все Паше расскажу, ты понял? Вот. Что такое тут? Ты что, бампер починил мне? Гау-гау. Не понял, ты что, волшебный пёс? Желание исполняешь, что ли? Нет. Это как так? В смысле, я только помочь? Вот это да! Обалдеть, только царапина подождите, была, ребята, уже нету. Почему я не становлюсь человеком? Капец, ну ты даешь. Слушай, раз тебе заняться нечем, бегаешь тут по району, Снежок, пошли, мне нужна будет твоя помощь как раз. Нет. Сейчас кое-что сделаем. Садись в машину, запрыгивай. Капец, еще какая-то задание или какие-то задания, или что? Аккуратно. Держись крепко, ремень безопасности тоже пристеги.
Блин, куда это он меня везет? Я не пойму. Мы едем на киностудию. Итак, почти приехали, снежок-дружок. Короче, план такой. В этом районе продают самую вкусную пиццу, которую мне больше жалко не продают. Так, чё? Аккуратно паркуемся. Так это же киностудия, какая пицца? Итак, сейчас тебе расскажу супер план. Выходи сюда. Гау-гау. Для начала откроем багажник. Ой. Помогите. Чего? Ты что, под лапы засуешь, ё-моё? Сидел, что ли? Гау-гау. Короче, смотри внимательно. Вот тут, видишь, коробочки пиццы. Пиццы, вот. Смотри, так, это пицца. Коробка. Нюхай, запоминай. Но... Запоминай. Сейчас будет самая важная миссия. Я отвлекаю вон того продавца пиццы, который мне больше не продает эту пиццу, а ты ее стащить должен. Ты меня понял? Гау-гау. Внимательно. Понял. Фигеть, ну что, ворвать будет? Работаем, хорошо. Итак, здравствуйте! Я ваш новый поставщик чебуреков, пончиков. Короче, привез на Ламборгини, мы там, видите, багажник открыт. Целую кучу новой партии. Пройдемте за мной, пожалуйста. Чё, пожалуйста. Блин, ребят, мне кажется, этот план вообще не сработает нифига в жизни. Дежок, работай вместе. Вот, новый пончик, смотрите. Так, секундочку, ребят, вот вроде случилось так. Мне надо пиццу своровать, что ли? Так, давай, поднимайся. Так, ну-ка, он отвлекает. Так, да, ребят, смотрите, он отвлекает, он что-то делает. Так, а мне надо своровать эту пиццу. А как? У меня ж лапки. Так, ребята, так, ладно, в зубы. Ну, как-то так. Взяли, так, сейчас, ребята, разворачиваемся. Так, и уходим. Ой, так, сваливаем. Это не вы, парни, я ошибся, я припутал, до свидания. Тихо, уйдите, уйдите с дороги. Так что, валим. Простите, идите. Так, гау. Гау. Быстрее, гау. Куда бежать? Вот, пойди, Лёха, подожди. Нас тут не поймают. Я пиццу куда? У меня пицца в зубах. Волки-палки. Так что я сваливаю. Очень много полиции. Прости, Лёха, я сваливаю. Господи, ребята, валим. Тут очень много охраны. У меня пицца. Ой, Лёха там остается. Ё-моё. Так что сидел. Куда бежать? Так я убегу просто домой. Уйдите вы, блин, толстопопые, господи. Так, я устал, ребята. Я не знаю, сколько я пробежал километров. Ну, честно скажу, очень много. Так, и пиццу. Фу. Боже мой, капец, картон этот невкусный. Ой, так, полиция. А, ну я ж собака, ё-моё, мне ж ничего не будет. О, подождите, там чел был. Стоп, там Лёха, мне поверить. Так, ребят, секундочку, побежали. Это реально Лёха или кто? О, да, смотрите. Помогите! Хотите, это Лёха, так, давайте забежим быстро. Так, ох, секунду, давайте спрячемся. Ой. Капец, ребят, вы смотрите. Реально, Лёху что, повязали? Надо. О, это за пиццу! Я вообще ничего не делал, я просто на шутере стоял! Офигеть, ребята! Вы чё? Ё-моё, Лёху чё, в тюрьму посадили? Блин, пожалуйста, мне... можно мне идти, пожалуйста? Так, ребята, если я не спасу Лёху, то мне хана будет! Я не превращусь в Лазина! Так, ладно, ребят, давайте, короче, спасем Лёху, так только перед этим нам надо устранить парочку... Так, всё, давай! Опа, не отвертишься! И тебя тоже! Всё! Yes, -2. Хорошо, так, ребята, все, этих мы устранили, идем дальше. Так, все, ребят, мы должны спасти Леху. Так, давай, снежочек, побежали. О, вы, ребят, пожалуйста, поставьте лайк. Я сейчас проникаю, получается, полицейский участок. Что за фигня, так тихо, аккуратно. О, ай, собака, тихо, еще один. Ногу, что, пофиг. Так, черт, на, упал, вот, так тебе и надо. Ох, зубы у меня острые. Так, ребят, давайте проходим дальше. Так, смотрим, так, ну-ка, тут пусто вроде как. Так, сейчас, о, здорово! Чего? Гау-гау! Не понял! Я ты меня как нашел? По запаху, что ли? Ну, типа того, я тебя сейчас спасу, подожди! Снежок, быстрее! Пашу зови на помощь! Блин, я как? Гау-гау! Гау-гау! Как тебе тут открыть дверь-то? Ёлки-палки, тут сверлит еще кто-то! Подожди, гау! Ну ладно, так, сейчас, секундочку. Ой, блин, там еще какая-то собака, так. Куда он бежал? Ой. Какая вкусная собака. Так, ладно, все. Так, секундочку, мне надо кое-кого устранить. Все, так, все. Ключи, где ключи? Так, ключи. О, секундочку. Опа, так, ключики я взял. Так, аккуратно назад сейчас выходим. Так, сейчас я ему открою двери. Так, все будет хорошо. Так, ключики. Так, сейчас. Ох! Ё-моё, наконец-то! Что, открыл? Ты чё, как ты это сделал? Я просто умный очень. Так, ладно, всё. Быстрее! Гау-гау, пошли за мной. Ох, так, ребят, секундочку, давайте идём. Ты всех устранил, что ли? Да, я молодец. Всё, давай. Честное слово, я Паше не скажу. Да, Паше не говори. Ё-моё!
Да. Ты что, их закусал? Все, уходим, уходим, давай быстрее. Быстрее бежим! Так, стой, Сижок! У меня есть гениальный план! Какой план? Короче, Сижок, сейчас вместе одновременно будем нападать на двух полицейских, они мою Ламборгини охраняют. Чё, хорошо. Смотри, повторяй за мной. Берем, лезем сюда, сюда. А, ну ладно, ты снизу тогда давай. Господи. И теперь, погнали! Гау! Иди сюда! Очень сложно. Ух, так ладно, ребят, хотя бы мы сейчас домой едем. Блин, я по-прежнему собака. Почему я не превращаюсь? Будем медленно, нарушать не будем. Не привлекать внимания. Гау-гау, да. Подожди, останови машину, останови. Нет, я выплывал. Там я, так давай. Ты что, катапультировал? Сижочек, давай. Гау-гау. Сейчас я покажу тело. Побежали, гау-гау. Быстрее, ё-моё. Иди сюда. Стой. Уйдите отсюда. Так, быстро. Эй, Паша, у тебя пёс там с ума сошёл. Что намаляешься? Это же я. Блин, я что до сих пор сплю? Я же помог Лёхе. Да что за фигня? Я же помог. Почему я не превращаюсь в себя? Я же помог Лёхе. Там пиццу ему украл. Там спас его из тюрьмы. Ай, блин, что-то голова раскалывается, а? Стоп, мое тело! Да! Ты что, все раскалывал, что ли, алло? Ух ты, блин, о, привет! Стоп, да, Снежок! Я что, человек? Ты прикинь, мы такой свой со Снежком делали! Это офигеть просто! А, нифига, ну что? Так я ничего не делал, что-то я перепутал, стой. Да, а что вы делали тогда? Да, ничего не делали, гуляли целый день. Да, ну ладно. Вот ты спал, да. А что от Снежка так пиццей пахнет, а, не знаешь, а? Нет, Снежок, ты что пиццей пахнешь? Странные дела, Питер нашел где-то. Ясно. Эй, Снежок, ты это, умный или нет? Короче, слава богу, я человек, это уже, ребят, хорошо. Короче, надеюсь, ролик вам понравился, ребята. Вы ему поставили лайк, подписались. Ну а с вами был Флейтин, Джел, Снежок, все наши. Всем пока, народ. Всем пока, чуваки. Кстати, друзья, не забывайте то, что по ссылочке в описании вы можете найти мой телеграм-канал, где я общаюсь с подписчиками и также рассказываю про свою личную жизнь. Так что ссылочка в описании. Телеграм. Да-да.